Приметы про гостей, которых сулят животные. В этом разделе мы собрали приметы про гостей, которых зазывают или о которых предупреждают животные и птицы, над домом или двором пролетает аист. Ждите долгожданных и желанных гостей, а также людей, по которым сильно скучаете, но у вас не получалось долго встретиться. В новом доме живет девушка, и воробушек свил гнездышко. Ждите приход жениха в дом, когда у малыша выпадал первый зуб. Всегда делали праздник, как первый шажок во взрослую жизнь. Но только не в високосный год. Согласно примете, отмечать с гостями первый зуб в этот год, обеспечить ребенка плохими зубами на всю жизнь, сорока на окне или балконе, к приходу гостей и новостей, а если в доме есть больные, к скорейшему выздоровлению, а вот соловей, присевший на что? Либо в доме или дворе, несет в дом богатство и достаток. Синичка, прилетевшая к окну, предупреждает, что скоро придут желанные гости, будет веселье. Кошка умывается всегда к приходу гостей теплыми лапками, ждет друзей, холодными, врагов, над двором пролетает клин журавлей. В семье будет пополнение или приедут дальние родственники. Божья коровка несет добрые вести с добрыми, веселыми гостями. Если день рождения выпал на субботу, по примете нельзя звать гостей или звать небольшое количество. Иначе в следующий год будет плохое настроение, депрессия, кот чешет за ушком. В течение часа ждите гостей, две сороки сели на карниз. К гостям три сороки сели на карниз или около дома и смотрят в сторону дома. Ждите сватов, сорока кричит и смотри на дом. Ждите гостей с младенцем, птица ударилась о ваше окно. Ждите гостей с новостями, петух на крыльце кукарекает. Зазывает гостей, сидит и кричит на воротах. Посмотрите, в какую сторону смотрит, оттуда будут гости. Кошка стоит на подоконнике и лапками на окне встречает гостей. Если смотрит в окно и шипит, гости несут зло. Куры дерутся ко скандальным гостям, если птица разобьется от удара об окно. В течение суток будут гости, которые принесут беды и несчастье вашей семье. Если перед носом спустился паук на паутине, ждите повышение на работе и обязательно по этому поводу устройте праздник с гостями. Приметы про приход гостей. В этом разделе мы собрали приметы про гостей, как их ждать и на что обращать внимание, когда пришли гости. Их следует сразу же угостить желанных, чтобы чаще приходили, молоком, нежеланных, непрошенных, медом или медовухой, если перед приходом гостей разливается вода или просыпана соль, вести принесут беды и плохие новости, горят щеки. Ждите родственников в гости, пришел гость на Новый год, обязательно смотрите на свод стопы. Чем выше подъем, тем удачнее год. Если плоскостопие, гостю не стоит заходить в дом первым человеком в новом году, чтобы не привлечь в дом несчастье, зудят брови. К скорому приходу гостей, горят щеки в пятницу. Ждите родню в гости в субботу. Два члена семьи сказали одно слово одновременно. Готовьтесь к гостям, если слово ругательное, к проблемным, нежеланным гостям. Гость, желающий быть желанным и несущий добро и благо в дом, дарит хозяевам скатерть. Льняную скатерть, как символ дружбы и родства, шелковую, сулят хозяевам благо и удовольствие. Зевнули несколько раз, ждите гостей, если в доме прошли похороны, нельзя до 40 дней ходить в дом в гости или звать гостей в дом. Душа может разозлиться и не уйти в положенное для нее время. В эти дни лучше всего оставаться в тишине и не предаваться веселью. Планируя приход гостей, обязательно подсчитывайте количество человек. Никогда нельзя допускать, чтобы за стол село 13 человек, чертова дюжина, так как это по примете сулит несчастье каждому из гостей. Напротив входной двери в дом обязательно повесьте зеркало. Оно заберет весь негатив от приходящих гостей. А если гость зашел в дом и зеркало треснуло без причины, гость принес зло, зеркало вас спасло. Но такого гостя лучше провести. Приметы про то, как пришли гости. В этом разделе мы собрали приметы про гостей, чтобы понять, с какими намерениями гости пришли в ваш дом. Если гости пришли на свадьбу полностью в черном, их намерения коварны и плохи. Их следует попросить уйти и посыпать порог солью, во избежание горести у молодых. Нельзя, чтобы за столом на именинах или дне рождения находилось 9, 13, 18, 21, 50, 99 и 100 гостей. Плохой знак с печальными последствиями для виновника торжества. Если кто-то приходит без пары, он должен предупредить, чтобы хозяева могли скорректировать количество гостей. Если гость был на похоронах и идет к вам, унесет горести, болезни и зло. Пускать его в дом нельзя.
Если, проходя мимо, ему стало плохо, нехорошо, вынесите стул, воды и лекарства за порог дома, можно во двор, но на порог дома не пускайте. Хозяин поперхнулся за столом, спешат гости, гость поперхнулся за столом, кто-то передумал идти к вам в гости, гости едят пересоленную пищу, хозяйка дома влюбилась. Пришли к милому в гости и споткнулись о порог. Это сулит скорое предложение руки и сердца, мужчина споткнулся, заходя в гости к возлюбленной. Жить ему, остещий, даже если есть свое жилье, в именина стараются убрать собак со двора и дома. Если гости на именинах начали петь, а собака завыла, к смерти именинника, в день рождения имениннику лучше несколько раз за вечер сплюнуть через левое плечо 3 раза, чтобы похвалой хвалебными речами гостей не спугнуть удачу, за столом юбиляра никогда не должно быть жареных голубой или свиной головы, это сулит юбиляр проблемы и беды, пустая бутылка на столе, к пустым карманам сидящих за столом, лежащая бутылка на столе, к пьяным гостям в конце праздника, на столе много надкусанного хлеба. Ждите еще гостей, если гость роняет вилку, нож или ложку, ждите еще гостей, гости подарили чайный сервиз, пригласите их на чаепитие в течение месяца после подарка. Приметы про уход гостей. В этом разделе мы собрали приметы про гостей, когда они прощаются и уходят, гость забыл часы. Значит, ваши пути в будущем разойдутся, перед тем, как гости покинут дом, обязательно нужно напоить на дорожку, чтобы гость помнил о вашем гостеприимстве, и его сопутствовала удача по дороге домой. От этой приметы пошли выпить на посошок и на коня, если перед праздником, когда еще нет гостей, разбилась посуда, к счастью. Во время праздника, к несчастью. Исправить можно только если гость, разбивший посуду, сам ее выкупит, на пороге оставит монетку, оплату домовому, которую нельзя убирать 7 дней. А посуду можно вынести из дома после того, как последний гость покинет дом, после того, как гости ушли, вы трусите скатерть на улицу. Чтобы в вашем доме деньги водились, хотите, чтобы гости никогда больше не приходили. После их ухода тщательно подметите к выходу и посыпьте порог солью. Это уберет весь негатив, принесенный ими, и отвадит их в будущем. Приметы про то, как быть в гостях. В этом разделе мы собрали приметы про гостей, а точнее, как вести себя в гостях, что нужно говорить и делать, а что категорически нельзя. В гостях нельзя за собой мыть посуду, иначе считается, что гость смывает деньги из дома, чешется левый локоть, будете отдыхать в гостях, зудит и раздражает, отдых не принесет удовольствия, выпили 3-ю рюмку, доставайте подарки. Чтобы всегда жить в мире и согласии, при приходе в гости переступайте порог, держа своего супруга за руку. Приметы про гостей, советы и отзывы. Инга, в приметы верила моя мама и приучила к ним всю семью. Как говорила мама, к гостям особое внимание. Ведь вы пускаете чужих людей в самое сокровенное, в свой дом. Недавно соседка, идя с похорон, попросилась ко мне в дом, голова кружилась. Я ей отказала и предложила отдохнуть в саду в беседке, куда я бы вынесла все, что требуется. Она обиделась и отправилась осуждать меня к следующей по улице соседке. Через неделю муж попал в больницу, и соседка перестала смеяться с моих суеверий, а пришла посоветоваться, что же дальше делать. Мила на новоселье в гостях разбила стакан и сразу же хотела убрать, но хозяйке мать всполошилась и сказала, что должны убирать только хозяева, а я должна монетку на порог положить. А еще гости могут помочь убрать со стола, но мыть посуду нельзя, чтобы дома были деньги. Пришли домой и с мужем посоветовались и решили делать так же. И действительно, не меняя работы дома, стало больше оседать денег. Приметы работают. Также на нашем сайте вы можете почитать про другие приметы, приметы на каждый день недели, чтобы привлечь успех в свою жизнь. Приметы о зеркале, смотреть, разбить, дарить, трактовка.